50-й год до нашей эры. Галлия полностью захвачена римлянами. Полностью? Не совсем. Одна маленькая деревушка несгибаемых галлов все еще не покорилась захватчикам. И раз сегодня такой славный день, давайте заглянем в нее. Вот вождь жизни Статистикс, но без своих привычных подтяжек. Какофоникс, бард, сочиняет балладу наподобие тех, что в детстве напевала ему мама. И Панорамикс, друид, кормит своих голубей. Просто замечательный денек. Безоблачное небо никак не предвещает надвигающихся из-за горизонта ужасных событий, несчастий и испытаний, которые снова ждут наших друзей Астерикса и Обеликса, двух самых доблестных воинов деревни. Но где же наши герои? Гарум лупус. А этот язык нам не нужен. Нет, нужен, Обеликс. Гарум — это приправа, а лупус — это имя производителя. Верно. Давай вернемся в деревню и узнаем, как дела у Панорамикса. Наш друид стал ходить гораздо ровнее после того, как перестал падать с деревьев. И после того, как на него перестали падать менгиры. Верно, Беликс?
Астерикс, я хочу есть. Обеликс, ты когда-нибудь думаешь о чем-нибудь другом? Твоя очередь, Обеликс. Приветствую тебя, славный друид Панорамикс. Привет, мои друзья. Как прошла охота сегодня утром? Да все и дело, Панорамикс. Кажется, я ослаб. Мне не помешал бы заряд энергии. Обеликс, я не помню. Говорил я тебе уже об этом, но я не могу дать тебе волшебное зелье. Ты упал в чан зельем, когда был маленьким, и... Вор! Вор! Ответь, это почтовикс. Что случилось, почтовикс? Там в лесу кто-то украл мою сумку, и в ней была почта для всей деревни. Украли письма? Чувствую, что здесь приложили руку римляне. Чем римлянам красть нашу почту, Обеликс? Не мели чепуху. Римляне хотят с нами расправиться, а еще они всегда побуквенно следуют приказам. Это ли не доказательство? Мне показалось, что небо упало мне на голову. Я потерял сознание, а когда очнулся, я сидел, прислонившись к дереву. Прости, почтовикс, но это больше похоже на то, что ты заснул на работе. Не шучу, на меня напали. У меня до сих пор кружится голова. Вся эта история с почтой очень странная. Астерикс, Обеликс, сходите в лес и посмотрите, не удастся ли вам там что-нибудь найти.
быстрее, Обеликс! Всему свое время. Обеликс, как ты думаешь, мы наткнемся на римлян? О, да, в это время год в лесу для них самая пора. Эдди Фикс, ты чуешь то же, что и я? Похоже, пахнет кабаном. Астерикс, иди сюда. Иди Фикс что-то нашел. Смотри, осколки мрамора. Это почта почтовикса, и, кажется, след ведет в компендиум. Жди меня здесь, Астерикс. Я схожу за почтой. Это ненадолго. Обеликс, что если мы на этот раз попробуем вежливо расспросить римлян? Когда подойдем к лагерю, мы можем постучать. Именно это я и собираюсь сделать. Подойдя к лагерю, я сразу постучу стражникам по голове. Я не уверен, что это и есть вежливость, но спорить с тобой не буду. Славно, славно, римляне! Я и называю хорошей дракой. Здесь двое этих громил. Помогите! Whoa!
скорее! Не будем зря терять время! Я просто жажду заставить римлян визжать! Здесь галлы! Тревога!